полиция прибыла по заявлению граждан, и полицейский прошел на участок, где идет снос здания на улице Каменской. Как я уже сегодня сообщал неоднократно, здание 30-го года постройки разрушается, поскольку уже стало частной собственностью. Когда-то этот дом, дом коммуна, создавался как символ нового быта, отличающийся от капиталистического, нового социалистического образа жизни. Ну, например, в этом доме не было кухонь и детских комнат, как говорят. Но таких домов больше не осталось. И вот пришел капитализм, частная собственность и символ социализма. Дом в стиле, в конструктивистском стиле разрушают, будут тут что-то новое строить. Простите, вы можете назвать, какая фирма ведет работы? Еще раз. Кто ведет работы, можете назвать? В смысле, подрядная организация. Как называется? Я откуда знаю, спасибо. Пожалуйста. Значит, как замок закрывается, вы знаете, а название своей организации не знаете. Полиция зафиксировала ситуацию. Разрушение дома продолжается. Тимурханов, Новосибирск. Зовите, если что-нибудь интересное еще увидите. Хорошо бы добрые новости в этом году. Год только начался, и вот скандал.